Привет, мои внучики! С праздником вас! С Днем независимости нашей Украины! В общем, я уже, видите ли, сижу, объедаюсь заморскими фруктами, яких в жизни не пробовала. Вот. Ну, в общем, короче говоря, я молюсь за вас, за ваше будущее. И горжусь, что вы попали в этот Кропивницкий. Я надеюсь, вы знаете историю вашего театра. Вот он создан еще в 1800 каком-то году. Вот. Организовал его Кропивницкий в честь города вашего Кропивницкого. Вот. Это был самый лучший театр в Украине и вообще в Советском Союзе. Москва завидовала нам. Вот. А впоследствии, когда Кропивницкий уже ушел в иные миры, стал заведовать театром Садовский. Вот. Это было в 1907 году. Вот. И тогда театр был прославленный на весь Советский Союз и мир, потому что у них, да, они даже организовали, были свой театр небольшой в Киеве, и вся труппа выезжала туда на спектакли. И артисты были собраны там, самые известные в мире. И самая лучшая эта труппа была, самая. Поэтому я желаю вам и тебе, Лиза, и Данилу, чтобы вы трудоустроились в этом театре и была ты, Лиза, как ты с детства мечтала, самой хорошей, востребованной актрисой, вот, самой успешной и известной. Не бегом, но год, два, три, и ты завоюешь всю публику вашего театра. Будут ходить на тебя посмотреть, как на актрису. А я, если доживу, буду очень гордиться тобой. И молиться Богу за то, что исполнилась твоя мечта, вот, на которой ты потратила и время, и много сил. И, конечно, красные дипломы не даются просто так. Я верю в тебя, и ты должна верить в себя. И что у тебя будет только все хорошее и успешное. Данечка, а тебе я тоже желаю, чтобы ты тоже был востребован в этом театре, несмотря ни на что. Вот. Я знаю, что ты тоже же любитель театра, любитель всего. Пусть ваш жизненный путь будет всегда вместе. И всегда вы будете идти на работу, как на праздник. Вы любите это. Пусть и вас работа любит. Угу. Вот. Зефірки тоже у него есть. Нехай развиваю бизнес и цей тоже. А, да, это самое. Значит, да, пусть у тебя будет работа и там, и своя любимая. Я желаю, чтобы вся твоя жизнь прошла в любимой работе. А ваш жизненный путь с Элизой, чтобы был долгим, крепким, чтобы у вас была и любовь, и взаимопонимание, и счастливая доля. Угу. Все, наверное, бы там богато. Спасибо за внимание. Пока. Угу. Целуем вас. Целуем, да.